Военные организовали перестрелку. Пугаться, однако, нет причин. Это просто упражнение. Отработав боевую квалификацию, шымкентские солдаты изучили опыт вооруженных конфликтов на учебно-тренировочном полигоне Дарбаза. В проведении методико-инструктивного занятия приняли участие 8 учебных заведений. В учебных заведениях проводились практические занятия по ударам авиации во время перестрелки, обходу неповрежденной местности, прохождению минно-взрывного ограждения, оказанию первой помощи раненому военнослужащему на поле боя. На основном этапе учебного занятия первый наступительный батальон в воинской части продемонстрировал свои умения в пресечении нападения незаконно вооруженного противника, нападении на него и осуществлении профессиональных тактических действий. Боевая стрелковая подготовка подразделения является высшей формой тактической подготовки. В настоящее время подобные уроки преподаются на всех кафедрах.